Следы от недавнего происшествия еще видны на дороге. Вот вмятина в ограждении, протектор шин воспроизводит движение автомобиля. Место ДТП – поселок Большая Кашма. Дорога Маршанск-Печаева. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на дорожное ограждение, при этом повредив его в двух местах, с одной и с другой стороны, и получил травму на скорой помощи. Горит скорой помощи, был доставлен в больницу. Его пассажир также получил травмы. Это уже четвертое ДТП, которое произошло с участием и по вине нетрезвого водителя, с материальным ущербом и пострадавшими людьми. В данном факте присутствует и то, и другое, плюс еще одно административное нарушение. Был составлен административный протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, за передачу транспортного средства лицу, которое находилось в состоянии опьянения, так как автомобиль не принадлежал водителю, на владельца был составлен также административный протокол. За повреждение дорожного сооружения тоже в отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.33. У него прав нет. Не знаю. Водительская есть? Мопед у вас, да? Да. Категория М? Должно быть водительская. Нет никакого? Нет, не вообще нет. Пройти медосвидетельство, медосвидетельство на месте. Вы согласны? Нет, отказываюсь. А эта оперативная съемка была сделана во время очередного рейда. Водители скутеров должны иметь категорию М, а в остальном все права и обязанности поведения на дороге идентичны с автовладельцами. Госавтоинспекция обращается к гражданам, если вы знаете, владеете какой-то информацией, видите, что передвигается нетрезвый водитель, сообщайте по телефонам 446-67, телефон дежурной части МВД России Маршанск или 02. Еще есть специально выделенный мобильный телефон, это 8-920-236-11-11, тоже дежурную часть УГИБДД, дабы пресечь это грубое нарушение. Для сравнения, в этом году количество ДТП с участием нетрезвых водителей увеличилось относительно аналогичного периода прошлого года. И если в 2016-м рост отмечался в Печаевском районе, то на данный момент статистику возглавляет Маршанск. Александра Лялина, Андрей Щербаков, «Область новостей».